Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Сегодня наша с вами любимая рубрика «Таро прогноз». Прогноз. Я созрела морально, так сказать, сегодня для того, чтобы сделать прогноз для Украины на июнь месяц. Очень ответственно. Очень волнительно, даже немного боязно, если честно, рассматривать такие вопросы, потому что это же не просто там гороскоп посмотреть, да, или какого-то отдельного человека. Вот, прямо, знаете, так мороз по коже. Но все-таки, давайте посмотрим, что же ждет Украину в июне месяце этого года. Попробуем. Итак, Украина. Украина, июнь 2022 года. Что тебя ждет, хорошая моя? Что тебя ждет? Сложноватый месяц, вы знаете, такая визуализация, вот я представляю себе Украину, как вот такое бесконечное поле пшеничное, над ней небо, и стоят люди такие хорошие, добрые, ну, знаете, такая темнота, как бы так вот поджимает со всех сторон, знаете, вместо радуги над Украиной какая-то темнота встает, да, ну вот я ее пытаюсь так гнать, отгонять ее, убирать, но он наступает, сволочь, наступает. Судя по всему, будет не очень простой месяц, но Украина стоит. Итак, Украина. Так, шестерка кубков, десятка пентаклей, восьмерка кубков, восьмерка мечей. Восьмерка пентаклей. У нас прям все восьмерки собираются практически. Паж мечей. И девятка мечей. Финальная. Ой, что вам сказать, мои хорошие? Действительно, это сложный будет месяц. Вот у меня чуйка нас, вообще чуйка моя меня не подвела все-таки. Сейчас я вам покажу эти карты. Ну, кому-то они, может быть, о чем-то скажут, кому-то нет, но вы меня просите показывать, да, я готова, пожалуйста, вот они. Вот они. И как бы итоговая девяточка мечей. Что тут можно сказать? Ну, знаете, такой месяц будет напряженный. Война продолжается, к сожалению. Будут атаки, контратаки, атаки на Украину, контратаки Украины. Борьба все еще у нас паж мечей, но я вам хочу сказать, это не король, тем не менее, да, это паж мечей, но тем не менее мы в войне, и все это будет непросто. В каких-то моментах, видите, у нас тут, к сожалению, восьмерка мечей, то есть будут вставать на пути какие-то непреодолимые препятствия. Не все планы, не все то, как мы себе задумали, будет сбываться, к сожалению. Сложный месяц, нельзя его назвать фартовым и удачливым. Но при всем том, нужно сказать, что Украина продолжает борьбу, работу. Видите, Украина активно трудится, работает и не опускает голову.
То есть, мои хорошие, тут, конечно, я не вижу никаких победных карт, но это карта работы, это карты продолжения процесса. Мы продолжаем, и если по восьмерке Пентаклей мы трудимся, то нас, несомненно, ждет успех. Ну, нужно сказать, что все-таки есть и хорошие новости. Десятка Пентаклей – это очень… Дождемся мы, наконец-то, дождемся мы какую-то реальную помощь в этом месяце. Реальную помощь, реальную финансовую помощь, возможно, какую-то ресурсную и военную в том числе. То есть, таки что-то таки дойдет, наконец-то, в Украину. Какое-то вооружение, какие-то возможности, какие-то средства. Уж не знаю, что мы там ждем, но Украина таки получит, действительно получит помощь и уже будет… более сильной, да, более сильной и более уверенной в себе. Это несомненно. Шестерочка, шестерочка кубков, это такая, знаете, карта прошлого, карта заботы, карта надежды, карта эмоционального такого подъема и нежности. Все-таки мы, несмотря на всю сложность военного вот этого положения, мы будем заботиться о ближнем, мы будем заботиться о наших детках, мы будем заботиться о своих семьях. Украина встречает, да, разные города Украины все так же встречают переселенцев, о них заботятся. То есть, понимаете, вот эта злоба и агрессия не может вытеснить из нас человеческое и человечное. И все это у нас будет жить, несмотря на то, что очень много страха в июне месяце, очень много такого депрессивного настроения. Судя по всему, не везде получится удачно атаковать, не всегда получится наступать. Где-то будут такие разные моменты военные, и это, конечно, будет вводить людей такие в несколько удрученное такое состояние. Кроме того, я хочу вам сказать, что здесь будет искусственно еще страх навеиваться, специально какие-то там пропагандисты, какие-то там вражины будут навеивать панику, страх, и нужно быть к этому готовыми. Нужно будет очень четко, четко держать оборону против разных паникеров, потому что нам следует ждать и таких, знаете, моральных еще атак, не только атак военных, да, но и психологических атак, когда будут стараться загнать страну в страх и депрессию морально. Не все то, что мы будем слышать, будет являться правдой на самом деле. Не все будет так плохо, как нам будет показываться, например, где-то в интернете или какими-то пропагандонами. Я вас прошу в июне месяце не смотреть совсем российских никаких каналов, ни YouTube каналов, ничего, потому что фейков там разных о том, что Украина все уже пала, будет очень много. То есть июнь месяц будет просто посвящен таким психологическим атакам. Мало того, что и мы сами уже очень устали, так еще и давить начнут морально. И Украине нужно быть готовыми, готовыми принять и этот удар тоже. Вот такая вот у нас война, такая вот у нас война, такие карты. Ну что тут сказать из хорошего все-таки, да, что мы остаемся людьми. Нам будет оказана наконец-то реальная помощь. Украина дождется реальную помощь, реальную. И Украина продолжает бороться, работать. И, соответственно, уж если она работает и борется, значит результаты не за горами. Такой, понимаете, то такой вот месяц сложный, переломный. Надеюсь, это вооружение придет, а, соответственно, следующим этапом мы будем говорить о том, что Украина погнала уже вражину. Наберемся терпения, мои хорошие, наберемся терпения. Последняя карта в колоде у нас мир. Прямо я посмотрела на нее специально, да, хотелось что-то такое позитивного добавить. А это значит, все закончится, понимаете? Все закончится, все очень скоро закончится и закончится на нашу пользу, благоприятно для Украины.
нет ничего бесконечного, и война тоже рано или поздно заканчивается, и эта война закончится, и Путин сдохнет, и Россия развалится, и Украина расцветет. Мои хорошие, верьте, не поддавайтесь панике и вот этому моральному опустошению. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Точка. Мы дождемся этой карты. Карта Мир. Она обязательно заиграет всеми красками в раскладе на Украину. Люблю вас. Всегда вам рада и жду вас на канале в гостях у заводчика Корги. И в рубрике Таро прогноз, и в рубриках утренний кофе, блицы, да где угодно. Просто приходите, будем говорить обо всем. И о Таро, и о жизни, и о собаках. Я вам рада всегда. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч.